Информатор, новое задание. Да. Помахаться со мной решил. Да. Открывай калитку. Что у тебя? А где у тебя оружие, братишка? Зачем ты палец кверху делаешь? Вот это баг. Сверху донизу, внутри и снаружи не пропускать ничего. Чтобы блестело, я ясно выражаюсь. Мира, все слышно? Я не хочу, чтобы меня расстраивали. Что случается с теми, кто меня расстраивает? Они исчезают. Всего один звонок, и их нет. Все понятно? А в смысле? Сохраняйте спокойствие. В вашем районе произошло нарушение общественного порядка. Но миротворцы... О! Тут у нас есть. Нам куда-то наверх. Слушай, неплохо он живет. Тут дом-то такой прям. Пушка-гонка. Нет, нам выше, судя по всему. О! А вот и ты, нормальные у тебя. Мне кажется, паромки. Я скоро узнаю, где достать Голиафа, но есть одна проблема. Угу. Я узнал, что мой начальник Сандерленд проявляет нездоровый интерес к моей деятельности. Угу. Я провел небольшое расследование, угу, и узнал, что он уже давно собирает обо мне сведения. Угу. Говорят, что скоро он поставит в известность КНА. Мы должны опередить его. Если он заложит меня до того, как я найду Голиафа, мы не сможем освободить Уокера. Я вижу только один выход. Мы должны его ликвидировать и уничтожить компромат. Сандерленд во время своих смен руководит озеленением. Мы должны убрать его тихо, чтобы нас ни в чем не заподозрили. Не хотелось бы, чтобы представители КНА начали искать виновных в смерти коллаборациониста. Что касается компромата, то зная Сандерленда, я уверен, что он хранит его в своей квартире. Угу. Я узнал, где она находится. Тебе не составит труда попасть внутрь. Я загружу координаты в твой телефон. Теперь, когда с Сандерлендом покончено, я могу вернуться к своему заданию. Скоро я найду то, что нам нужно. Удачи, Брэдди. А это вообще законно? Украдите вещи, доказательства из квартиры Сандерленда. Сначала надо вещи украсть, да? Информатор за нами. Нормально, ты живешь тут, нормально. Что-то возле того дома, правда, много этих крутится. Пойдем. Ты должен поспешить. Если меня схватят, Голиафа не будет. Ну так-то. Не мудрено. А сюда я могу выходить? Нет. Блин, 182 метра в ту сторону. Ты уже недалеко от квартиры Сандерленда. Внутрь можно попасть через пожарный выход. Главное, постарайся не привлекать к себе внимания. Да поздно уже. Ну и чё? Чё случилось-то? Ладно, сказал, не надо. Давайте, давай не будем. Итак, ты внутри. Теперь самое сложное. Компромат надежно спрятан и хранится под замком. Обязательно найди и уничтожь его. Под замком. Брэдди, этих доказательств хватило бы, чтобы покончить и со мной, и со всем сопротивлением. Я и не подозревал, что он так давно за мной следил. Хорошо, что мы приняли меры. Брэдди, Сандерленд во время своих смен руководит озеленением. Они пытаются сплотить людей, заставляя их сажать растения под дулом автоматов. Смешно, что КНА пытается внушить нам личную ответственность за наше же будущее. Послушай, Брэдди, ты должен быть уверен, что это именно Сандерленд. Мы не имеем права на ошибку. Сфотографируй его на свой телефон, и я скажу, он ли это. Запомни, Брэдди, мы не можем убивать коллаборационистов направо и налево. Убедись, что это он. Если ты напортачишь, нам обоим крышка. То, что они арестовали Уокера, ничего не меняет. Все, что он говорил, остается правдой.
Уокер занимался своим делом 4 года. Это заслуживает уважения. Это он. Это Сандерленд. Нужно все сделать без шума. Нельзя допустить, чтобы КНА в чем-нибудь нас заподозрила. Эй! Ой. Значит, Сандерленд мертв. Жаль, но я важнее для победы сопротивления. Ты сделал то, что должен, Брэди. Два теперь, раза. Когда мы разобрались с нашей маленькой проблемой, можно заняться и Голиафом. Приходи ко мне домой, и мы обсудим следующий шаг. Уже как себе домой хожу. Капец, 2 раза мимо этого чудака прошел. Мы внедрили тебя сюда, а ты упустил данные. Кто-то идет. С кем? Пэрис, ты че? Тауши, ку-ку. Ты молодец. Что за данные? Кто потерял данные? Я все слышал. Хочет кое-чем поделиться. Так ведь? Да, конечно. Мы знаем, что найти Голиафа не так сложно. Проблема в том, что нам нужен выключенный Голиаф, которого можно украсть. Я искал в мастерских и на складах, но эта информация сильно засекречена. А потом меня перевели в департамент логистики. Нам нужно обратить пристальное внимание на ввоз и вывоз сырья и оборудования. Особенно, если это касается поставок военной техники. Эй, ты теперь почтальон? Очень смешно. Ладно, я просто пошутил. Продолжай. Я узнал о новой поставке Голиафов. Эй, неплохо. Очень неплохо. Угу. Через пару дней на старую верфь прибудет целый конвой. Можно сказать, в заводской упаковке. Так и ждут, чтобы их свистнули. Нужно только пробраться на эту верфь. Значит, Брэди? Вам снова потребуется моя помощь. Какой хитрый жук. Все списки работников хранятся в полицейском участке. Если вы мне поможете, я мог бы сделать копии 2 удостоверений личности. Вы с Брэди прикинетесь рабочими и просто войдете внутрь. Отлично. Молодец, Крофорд. Брэди, иди к участку, а я понаблюдаю за верфью. Мы не берем оружие, и я хочу все предусмотреть заранее. Удачи. Информатор, покиньте квартиру. Выгоняют меня. Покинул квартиру. Хитрые какие-то жуки. Там шушукаться будут. Что-то тут нечистое, короче. Окей.